как, сдадим билеты и все. Будем ждать, что будет дальше. И все. Политика такая. Что сейчас? Сейчас политика такая. Будем надеяться на лучшее, что все устаканится, все будет нормально. Конечно, отрицательно отношусь по той причине, что купили уже билеты, собрались с родственниками встретиться на Рождество. Думали, хорошо проведем время, и тут все изменилось. Планы все разрушились, конечно, неприятно. Хотел поехать к отцу в Киев, но, к сожалению, так как в связи с тем, что по новостям передали, что билеты, ну, поезда не будут ходить, я пришел сдавать сегодня билет.